Здравствуйте, дорогие друзья, подписчики, подписчицы, случайные зрители. Я рад вас приветствовать на нашем канале ПАР. Если вы еще не подписались на наш канал, обязательно подпишитесь. Сегодня у нас очередной обзор на рыбку. На этот раз это таэрия кривополосая, или как ее называют в простонародье, тетрапингвин. Тетрапингвин в живой природе обитает в Южной Америке, в бассейне реки Амазонка. Это маленькая, очень шустрая, миролюбивая и слегка пугливая рыбка. Максимальный размер этой тетры всего лишь 7 см. Интересной особенностью ее является то, что она плавает, слегка раскачиваясь из стороны в сторону. Крышка в аквариуме с этими рыбками обязательно должна быть закрыта. Они часто выпрыгивают из воды от испуга. Тетрапингвин – стайная рыбка. Идеальная стайка состоит из 10 особей. Основную часть времени тетра плавает в верхнем слое воды. Продолжительность жизни тетрапингвин в аквариуме около 5 лет. Параметры воды следующие: температура 23-28 градусов, жесткость от 7 до 15, а кислотность 6,2-7,8. Требуется обязательная фильтрация и аэрация, а также аквариумная воды на свежую. Совместимость. Уживается только с мирными рыбками. Это могут быть и другие виды тетры: гуппи, малинезии, пицили и многие другие не очень крупные рыбки. Кормление. Тетрапингвин питается в основном живыми кормами. Дафния, артемия, мотыль, ракообразные, а также насекомые. Можно кормить и промышленным кормом, но учитывайте, что корм рыбы берут только с поверхности воды. Разведение. Самцы стройнее самок и меньше их по размерам. Кроме того, у самцов нижняя лопасть на хвостовом оперении удлиненная. Половозрелый тетрапингвин становится в годовалом возрасте. Перед посадкой на нерест производители в течение 2 недель содержат раздельно и обильно кормят разнообразным живым и замороженным кормом. На дне нерестовика следует разместить сепараторную сетку и высадить несколько кустов растений, имеющих мелкие листья. Освещение должно быть неярким. Температуру воды поднимают до 26-28 градусов. Одна самка выметывает около 1000 икринок, но большая часть икры погибает из-за того, что она была не оплодотворена самцом. Сразу после нереста производители отсаживают, а большую часть воды в нерестовике заменяют на свежую. На этом все, что я хотел вам сегодня сказать про эту рыбку-пингвин. Если вы не подписались, я вам напомню, обязательно подписывайтесь на наш канал, смотрите другие видео канала ПАР. Всего вам доброго, до новых встреч, до свидания!